Если у вас течет крыша или течет вокруг антенн, бывает, что течет вокруг вентиляционных труб. Лайк поставь, ну. И нет денег пока что заменить крышу, то есть решение. Вот такие ленты продаются. Называется битумная лента. Есть разных цветов под цвет крыш, металлочерепиц, профилей и остального. Очищайте место вокруг отверстия, которого течет. Ну и надо его подсушить феном сначала. Снимайте потом эту пленочку и хорошо, но не сильно прогревайте этот черный слой битума. Он становится липким и цепким. И наносите, прижимаете к отверстию, к дырке. Таким образом закрывается дырка, закрывается проток. Вокруг антенн можно так сделать, вокруг труб нарезать полосками. Держит очень хорошо, проверено временем. Поверьте, это не фейк, это обычное решение, и много строителей про это знают. Лайк поставьте, пожалуйста. Спасибо за просмотр. Лайк поставь, ну. В описании канала есть ссылка на мой инстаграм. Можете прислать свое видео туда с проблемой. Возможно, я вам дам ответ и решение. А также есть ссылка на фейсбук-группу, где мы советуемся с мастерами. Спасибо за просмотр.